всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сейчас я покажу топ-3 аккаунта ютуберов Стендов 2. Первый аккаунт это будет начинающего ютубера, второй аккаунт это будет среднего ютубера, и третий аккаунт это будет самого популярного ютубера. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайкусик за вашу любимую рубрику обязательно. Подпишись на канал и, напиши любой хороший комментарий, потому что, ребята, комментарии буду читать и даже лайкать. Ну что же, а мы приступаем к видео. Ну и первый наш аккаунт, это будет начинающего ютубера, а именно Калашика. Это, ребята, парень, который снимает мувики, снимает видео по трейду. Он еще и трейдер, прикиньте, как же это круто. Давайте посмотрим, как же он играет. Я про Калашика знаю очень мало, но я знаю то, что он очень жесткий киберспортсмен. И вы посмотрите на вот это, он элита! Братик, ничего себе, сказал я себе. В третьем сезоне он вообще легенда, во втором сезоне тоже легенда, и в первом сезоне тоже легенда. У него очень старый аккаунт, и он начинается на шестерочку. Что у него по союзникам? Элита, да ты шо? Легенда, Блин, ребята, этот парень просто нереальный. В общей статистике у него КД 1.84, 6 тысяч часов онлайна. Это очень много. Он провел один год своей жизни с утра до ночи в стендофе. Мне очень интересно посмотреть, что же у него в нитре. Но пока что мы, ребята, посмотрим его клан. У него 45 участников клана, называется Калашик Тим. Все максимально дефолтненько. И пока что я увидел то, что у него 144 голды на балансе. Ну, типа, немного, но в принципе и немало. Давайте посчитаем его личные сообщения. У него целых 12 тысяч непрочитанных сообщений. Это нечто нереальное. Ну что, ребят, поехали. Где дуэль, где дуэль? Год назад я смотрел твой ТТ. А, он еще и тиктокер. А, обалдеть. Калашик, я твой подписчик, прокачай мне, пожалуйста, мне день рождения. Ну и что? А у меня сегодня тоже праздник. Новый год скоро. А? Может, меня кто-то прокачает, пацаны? Кто может прокачать по-братски? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вау! Что? Я не верю своим глазам. Мама, роди меня заново. Что, что, что? Это хлын скирпа, который стоит на секундочку 4 косаря голды. Окей, понял, принял. Дальше мне с перчаточки Acid с новой коллекции Пандора. Вау, ты шо, какая красотень-то, ребята. Плюс комментарии, у кого пристал бабиджончик. Так, смотрим дальше. Еще перчатки, еще перчатки, еще перчатки. Походу, Калашик реально готов к зиме. Вы посмотрите, сколько у него ножей. У него есть М9 Universe, который стоит на секундочку 16 косарей голды. Вау-вау-вау! Вот так вот, ребят, у нас аккаунт у начинающего ютубера. Вы просто представьте, какой же будет аккаунт у среднего ютубера. Блин, какой замечательный АВМ Genesis. Дядя, на секундочку, ребята, вы посмотрите, взгляните на эту красоточку, на эту малышку. И вот эта вот наклеечка стоит, знаете сколько? Да как квартира стоит? 20к голды! Обалдеть, как же это круто! Блин, ребята, у него абсолютно на каждое оружие есть очень дорогой скин. MP7 Blizzard. Дядя, ты шо, самый богатый тут или как? Ля, еще, ребята, еще чарм БК. Ого-го-го. G22 Nest с хилыми наклейками. И тут целых 2 штуки. Мама дорогая, ребята, за это лайк, потому что наклейки реально очень крутые. У него статрек G22 Nest с хилыми наклейками. Дядя, ты нереальный. Мне очень интересно посмотреть, а какой АВМ у него применен. Мало ли, у него есть там АВМ Спорт и 2 или еще что-то такое. Блин, вы просто посмотрите. Каждый скин можно рассматривать по 1 000 000 лет. Вот это все, что мы видим, это, ребят, примерно 1200 голды. Вы посмотрите просто на его один АКРТХ с 4 наклейками радиеет. Плюс чарм. Чарм... Блин, что это за чарм? Чарм коса, это очень дорого. Просто то, что вы сейчас видите, это стоит 1000, наверное, 50, а то и 60 голды. Как же это классно. Вот этот весь его инвентарь, что я пока что прямо сейчас вижу, стоит 1150 голды. Мне реально интересно потом зайти на аккаунт среднего ютубера и сравнить, у кого же из них аккаунт будет дороже. У него есть М4 самурай с наклеечкой самурай. Брат, пиши, подари скин. Я очень обожаю М4 самурай с наклейкой самурай. Это моя мечта. Купить М4 самурай с 4 наклейками самурай. Смотрим дальше. Тут М4 самурай с хлоей наклейками. Ну там такой, ребят, дефолтик. Что? АКР, некромантер, статрек с дрэгоном.
И 3 наклеечками с Хэллоуин коллекции. Вау, еще 10 тысяч килом. Это М16 Винджет. Походу, ребята, Калашик тоже обожает клеечки самурай, так же, как и я, потому что у него абсолютно на каждом скине наклеечки самурай, самурай, самурай. А вот именно с вот этим вот АВМом он играет, посмотрите. Блин, как у него много АВМом спорт. Просто каждый день можно применять новый АВМ. То есть он сейчас играет с этим АВМом, но потом он ему надоест, и он, например, возьмет этот АВМ. Обалдеть, не, ну прикольно. Ну я бы на его месте купил бы один АВМ Спорт В2 и не парил бы головы. Тем более, ребят, голды у него явно хватит. У него прям очень дорогой инвентарь, я в шоке. То, что мы видим, это 1200 голды, у него даже 29 некромансера. И самое интересное, то, что у него, это только 1/100 его инвентаря, то, что мы посмотрели. Так, это у него М40, это у него Спасик Райдер, сколько он стоит? 49 голды, брат, ну это дешево. Ну я понимаю, что начинающий тыбр, ну брат, дешево. П90 гуль с этой пылью, дорогой ты мой, брат. Давай напиши мне в ВК, я подарю нормальный П90. Это что такое? Это что за перхоть? USP Stone Cold с наклейками. Ну да, наклейки крутые, я все понимаю, братик. Но я не понимаю только одного. Брат, а где USP Genesis твой? Так, ребят, листаем дальше. В самый низ мне интересно посмотреть, что же он закупил. Так, дальше у нас пошли рарочки, рарочки, рарочки. Блин, походу он, ребята, закупил графики, чтобы их продать гораздо дороже. Поэтому мой вам совет, закупайте тоже графики, они стоят по 3 голды. И потом, примерно через полгода, годика, вы на них заработаете очень-очень-очень много. Кстати, да, я только что заметил, у него 110 косарей серебра. Чувак, зачем тебе 110 косарей серебра? О, пошли медали, у него есть медали ветерана 2021 года. Что? Это нечто нереальное, блин, и это только аккаунт начинающего ютубера. Так, ребят, пока он не видит, применяем. Никому. Мне просто было лень листать верхний инвентарь, поэтому я сделал вот так вот. Короче, ребята, прожмите лайк за такой крутой инвентарь, а мы идем дальше к аккаунту среднего ютубера. Ну что же, ребята, прямо сейчас мы на аккаунте среднего ютубера. Это Ерокс, у него целых 1,5 миллиона подписчиков. Ну что же, давайте смотреть, что же тут и как тут, а? Ну что, первое, что мы видим, ребята, ранг был 4. Ну как-то хэштег не солидненько. Ай-яй-яй-яй-яй, ну на слабоватненько. Дальше в сезоне номер 4 я, ребята, вижу лучший ранг Феникс. Ничего себе, сказал я себе. Ерокстик, братик, если надо, инвайтим маслята, потому что мы видим, ты киберспортсмен серьезный. В 3-м сезоне мастер, во 2-м сезоне тоже мастер. То есть, как мы видим, ребята, чем больше времени идет, тем хуже играет Ерокс. Дальше, судечки, 4-й сезон, это у нас Феникс. 3-й сезон, это у нас Рейнджер. Проверяем общую статистику. Тут у нас КД 2.28. Ерокстик, подозрительно. И сколько? Общее время в игре 4200 часов. Обалдеть. Ерокс переплюнул даже... А не скажу, кого даже переплюнул. Смотрите видео дальше. Так, ребята, переходим в личное сообщение. Я, конечно, понимаю, это не очень красиво, но... Иногда можно, иногда можно. Что же там пишут? Ты мой самый лучший кумир. Напишу. А как же, Кента Пыква? Я тут не понял, кто кумир. Я подрисщик. Блин, братик, ты чё? Мне очень интересно посмотреть, какие же у него есть скины. Ну что же, переходим в инвентарь. Поехали! И... Что? Тычки Хармони! И он их не применил. Не, братан, ты серьезно? У Ерокса есть тычки Хармони, которые стоят, внимание, 200 косарей голды, и он их даже не применил. Смотрим дальше, что у нас по перчаточкам. По перчаткам все максимально по дефолтику. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. 3 пары ножей. Ну зато вы посмотрите, что за ножи-то. Юханый папай. Хэштег непоганенько. Дальше, ребята, мы смотрим, что у нас по... Что? 2 АКР! 1 АКРТХ с 4 наклейками. 2 АКРТХ тоже с 4 наклейками. Блин, давайте, ребят, немножко похулиганим. Сделаем вот так вот. Да-да-да, я злой гений. Так, ну что, листаем дальше. Ну, ребят, ну скажем так, аккаунт неплохой. Но если убрать отсюда тычки Хармони, то аккаунт максимально дефолтный. Вот реально, вот весь этот аккаунт делает тычки Хармони. Хотя, блин, не записи, там, блин, просто я помню, снимал ролик, обменялся, типа, аккаунтом Жентом, и он, оказывается, все мои скины в запросы поставил. Так, ребята, у нас есть одна секретная информация. То, что тут, ребята, все скины, что видите, это пыль. Это тупо пыль. Говорят, что если мы на рыночек, мои запросики, то, что вот тут-то мы увидим самые настоящие дорогие скины. Запросы на продажу. Ля, Ерокс, дядя, ты чё?
а как он выставил все скины? На продажу! Все свои дорогущие скины Ерокс просто взял и выставил на продажу. Ерокс, ты ненормальный. Это делали при помощи бота, потому что вручную это сделать просто нереально. Вы посмотрите, сколько у него скинов. Это реально, это его скины. То есть это запросы не на покупку, это запросы на продажу. Это все его скины. Обалдеть, у него ножи! Да еще ладно бы ножи, еще М60, М40, чисто, ребята, посмотрите, хэштег «Богатая жизнь», еще и Хэллоуин Чарпаки, что? Обалдеть, вот это понимаю инвентарь, ну так бы сразу и Рокси сказал, что, Кентука, заходи в запросы, обалдеть, я скажу так, аккаунт Ерокса примерно стоит 500 000 голды, что, или миллион? Короче, ребята, как вы думаете? Миллион. Ерокс говорит миллион. Миллион, все правильно. Миллиончик голды, ребята. Вот этот вот замечательный, прекрасный аккаунтик стоит 1 000 000 голды. Просто самое обидное, что кое-какой засранец все скины выставил в запросы на продажу. И теперь, знаете, в чем проблема? То, что я должен ему посмотреть, какие тут есть наклейки. Вы просто представьте, сколько времени понадобилось кое-какому человеку, чтобы все это выставить на продажу! Блин, как же это круто! Ребят, ну давайте реально все поставим по лайк за этот аккаунт, подпишемся на мой канал, обалдеть, ребята, да? Вроде бы сейчас не 1 апреля, а с Ероксом сделали такую шутку. Ничего себе, сказал я себе. Даже Rival Case тут есть, ёханый бабай. О, как их много! Ничего себе! О, USP Metrics на трек, обалдеть! Вау, как же это круто! М60 меча. Вау, ребят, вообще пушечка. Короче, ребята, пожалуйста, прожмите лайкусик за этот крутой аккаунт, потому что аккаунт реально очень дорогой, очень крутой. И это действительно аккаунт ютубера, у которого почти 1,5 миллиона подписчиков. Ну что же, а мы прямо сейчас переходим к аккаунту самого популярного ютубера. Пристегнитесь, мы взлетаем! Ну а прямо сейчас мы на аккаунте самого популярного ютубера, и это ТикТак, у него целых 3,5 миллиона подписчиков. Я думаю, вы все его прекрасно знаете, и поэтому, ребята, напишите в комментариях хэштег ТикТак Риба Пенч. Ну что же, ребята, давайте смотреть. Первое, что вижу, это блатной ID 6 и 0000000. Эй, у ТикТак, откуда ID-то взял, торгулечка ты моя? Окей, смотрим, как же играть ТикТак. 7КД? Что? А, так у него всего лишь одна игра. Да, понятно, как у него вышло 7КД. Смотрим, что же у нас по союзникам. 3-й сезон, Феникс. 2-й сезон, и все? ТикТак в 4-м сезоне ни разу не играл в союзники. Что? Это что за беспредел? Смотрим дальше общую статистику. Тут у него 3200 часов. Это очень много, но в 3 раза меньше, чем у меня. Чтобы понимали, у меня 9000 часов, прикиньте. Так, окей, ребят, смотрим историю матчей. ТикТак последний раз играл 24 ноября. И тут мы видим, ТикТак играл очень-таки неплохо в 7КД. Но при том он на последнем месте. Я не знаю, как такое возможно. Ну что же, смотрим дальше клан. Клан Киборги, тот самый легендарный клан. Я думаю, каждый из вас знает, каждый из вас в школе, ну, хвастался хотя бы раз, что он играл с кем-то из клана Киборги или Маслята. Так вот, ребята, клан Киборги — это клан ТикТака. Смотрим дальше заявочки в друзья. У него очень много заявок, просто бесконечно. Просто бесконечно. Самое интересное, ребята, это личное сообщение. Что же пишу ТикТаку? Я вангую, там будет что-то по типу «Пэжи, пенч, дай голды!» Привет, это ТикТак, выйди на связь. ТикТак кому-то пишет. ТикТак, ты че там со основ ехал? Ты кому пишешь-то, ёганый бабай? Это разработчик с клана Крисмас. От ТикТак шалунишка, от ТикТак шалунишка-то, а? Вы посмотрите, кому он пишет. Окей, понял, принял. Смотрим дальше его личное сообщение. Пишет цифру 1. Просто цифру 1. Дальше на витренер. Приглашай, залетай, открой и точка. Вот это диалоги у ТикТака. Какой же у нас инвентарь у самого популярного ютубера? Погнали смотреть. И... Это просто перчатки, вы просто вдумайтесь, это просто перчатки новые, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18, 22, 27, 33 пары перчаток ТикТак. Он ненормальный, я официально заявляю то, что ТикТак просто ненормальный, у него даже есть гифтбокс,
И, блин, я сейчас обалдею, если у него не один гифтбокс, а там два, например. Не, у него один гифтбокс. Ну я в шоке, тик-так, гифтбокс, он стоит очень дорого. Обалдеть. Дальше у тик-така пошли ножи. Ребята, считайте, кто посчитает, сколько у тик-така ножей получает лично меня 100 голды. Ну, ребята, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. Как же их много. Не, это противозаконно, это вообще ненормально. Тик-так, ты псих, ты сумасшедший. Как он заработал все эти ножички? Да, керамбит голд! Керамбит голд! То есть у него есть керамбит голд, но он его даже не применил! Не, это вообще полное издевательство, тик-так. Пожалуйста, не надо так делать. Ну ты вообще нормальный или как? Ля, М9, посмотрите, как же много. М9ДГ, М9 Блюблуд, М9 Байонет Юниверс, М9 Байонет Скретч. Что? М40 Монстр Статрек, М110. Так, ребята, я скажу так. Примерно этот аккаунт, то, что мы уже видели, он стоит примерно 1500. 500 косарей голды. Ну, это только начало. Что же будет дальше, мы прямо сейчас посмотрим. АКР Трежер Хантер Статрек. Ой-ой-ой-ой, 4000 килов. Я не знаю, откуда у меня 4000 килов, если у тик-така в союзниках 0 сыгранных каток, 0 нулина. Обалдеть, как же у него много всего, как же много аркан. Дезерт Игл Якудзе Статрек. Ай-яй-яй-яй-яй. Хэштег непогано. Боже, ребята, это реально непогано. Такой инвентарь-то иметь. Вы думаете, это все? Нет, посмотрите на М40 Монстр. Это просто у тебя так и есть ненужный скин, который стоит 15 голды. АВМ Трежер Хантер. Слушайте, мужики, а может мы ща его за 0.3-то продадим? Прикиньте, просто реакцию тик-така, если я продам АВМ Трежер Хантер за 0.3. Мне кажется, он скажет кем-то ПК: нет, друг, ты мне больше. Блин, это было бы очень смешно. Я помню, как тик-так купил этот АВМ Трежер Хантер. Он с кем-то сыграл дуэль, он его выиграл, и мы в итоге слили этот АВМ Трежер Хантер. Какой же он крутой, ребята! Прожмите лайк за это. Кстати, да, по секретам скажу, что самый первый ютубер, который появился АВМ Трежер Хантер, это Кента ПК. Именно я купил самый первый АВИК ТХ. Знаете, что самое прикольное? То, что это арканы! Арканы просто не заканчиваются, они бесконечные. Ядрить, колотить, сколько у него АКР Трежер Хантера? 5 штук! Каждый из которых стоит по 3 костыря голды. Обалдеть! Мой совет, скупайте Origin коллекцию арканы, потому что они по-любому подорожают. Как же много всего. USP геометрик даже есть. Что? 2 костыря голды. Обалдеть, ребята! Это инвентарь тик-така. Я никогда в жизни не видел, насколько дорогих аккаунтов инвентарь. У него какие-то M6 винжет просто как мусоры лежат. Они стоят по 4к голды. Я скажу так, аккаунт тик-така стоит дороже 1 миллиона голды. Я вам это говорю 100%. Это у нас самый обычный инвентарь. Просто моем спорте 2 лежит чисто как мусор. Тик-так даже его не применяет. Тик-так. Хэштег тик-так сожрался. Ёханый бабай, ребята. Это только 1/3 инвентаря. Дальше, как я понимаю, у нас пойдут рарки. Вот рарок, я уверен, у тик-така прям очень много. Посмотрите. О, мне показалось, или там был... Там USB Genesis. Что? Не, тик-так, пожалуйста, пыжик, подари мне какую-то аркану, которая стоит так тысяч, так 15 голды или 20. Вау. USB Tuyers, ну он дешевый. Да? Ну, 1300 голды, конечно, дешевый, когда у тик-така там 100 ножей. Кстати, да, как вы думаете, закупает ли тик-так наклейки, чтобы потом на них заработать и подняться? Давайте, ребят, пролистаем самый-самый низ и посмотрим, что там есть у тик-така интересного. У него даже есть комонки, чувак! Ты зачем комонки-то хотя бы купил? Ля, как мало, смотрите, ха-ха! Просто посмотрите, это все комонки, они не заканчиваются. Не, я отвечаю, тик-так просто самый странный ютубер. Мне кажется, он максимально пофигист, просто покупает все, что можно и побольше. Дальше у нас есть Charmy Kitsune Mask. И тик-так, наклейки, ну по сути у них не покупают, у него реально очень мало наклеек. Ну да, это дорогая наклеечка, я знаю, на 104к голды. Но у тик-така 100 ножей, вы понимаете? То есть наклейки он почти не покупает. Знаете почему? Потому что они ему не нужны. Ему не надо трейдить. Ему просто не нужна голда. У него голды вот так. Поэтому он и не трейдит. Он не закупает наклейки. Все эти наклейки, что у него есть, он их просто выбил. Или с хлын сикерпаков, как вот эти вот, да? Или просто выбил с обычного рейнбоу сикерпака, как вот этот Desert Eagle. Ребята, листаем в самый низ. Мне интересно посмотреть, что же у тик-така есть по медалям. Что интересненького есть? Так, 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 так. Что? У него есть бриллиант ассистенс, это та самая легендарная медаль. Блин, тик-так я купил 3 года назад и до сих пор с ней играет. Блин, тик-так, ну я тебя люблю. Но пусть же, если они сложно, дай голды, ребят, просто хэштег дай голды. Так, ребята, пока тик-так не видит, под шумочек применим опыт. Все,
все успешно, все. Только тик-таку не говорите. Ну что же, уважаемые подписчики, прямо в эту секунду прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И самое главное, мужики, кто ждет обнову, подпишитесь на мой телеграмчик, потому что именно там будет ответ от разработчиков про дату выхода обновления. И на мой инстаграмчик подпишитесь, там вся инфа с моей жизни.